лучший третий страны. Художественный руководитель, воистину народная артистка России, профессор Евгения Засимова и ансамбль «Каработ». И по секрету всему свету мой любимый педагог по вокалу. Спасибо вам, что вы есть. Это мой любимый ученик. В свое время, благодаря этой великой женщине, великой певице, руководителю Александра Стрельченко, пришла в Московский государственный университет культуры. Спасибо вам, что вы есть. Друзья,